Отмотайте вправо. Раз. Носочек оттянут, ноги напряжены, плечи расправлены. В этом зале тренируются юные артисты балета. Всего 12 человек. Это те, кого отобрали на кастинге для учебы в филиале Академии русского балета имени Вагановой. Сам Цискоридзе отбирал никто другой, поэтому мне Цискоридзе очень нравится, и я рада. Лично Николай Цискоридзе, конечно, на кастинге не присутствовал. Ребята танцевали перед специальной комиссией из Петербурга. Но Николай – ректор Академии имени Вагановой, а значит, контролирует обучение. К слову, он сам приехал на открытие филиала в Приморье. Руководителем балетной школы назначили выпускника Вагановки Эльдара Алиева, а преподавателем – репетитора Приморской сцены Мариинского театра. Вы знаете, в балете надо контролировать все. Здесь не бывает мелочей. Если все стоит правильно, а плечо вдруг куда-то ушло, то это уже неправильно. Этим балет и отличается от других видов искусства, от спорта, от художественной гимнастики, что здесь должно быть все правильно, идеально, точно и красиво. Филиал заработал 1 сентября этого года. Здесь 11-летние танцоры тренируются 6 дней в неделю по 1,5 часа. Их обучение продлится 8 лет. Я пошла в садик и сразу же на сцене стала выступать. Меня в театре приглашали выступать. И мне с самого садика это очень нравится. Я уже привыкла к зрителям. Раньше ребята занимались в разных танцевальных коллективах края, и некоторые из них уже были задействованы в постановках Приморской сцены Мариинки. Но спустя 2 месяца учебы в филиале одной из старейших балетных школ мира, они в новом статусе дважды выступили в постановке «Щелкунчик». «Щелкунчик» очень нравится. Почему? Потому что там, особенно начало «Щелкунчика», там очень много детей. Я очень люблю, когда в балете участвуют дети. Идея открыть во Владивостоке филиал Академии русского балета появилась после создания Приморской сцены Мариинского театра. Возить постоянно артистов из Петербурга во Владивосток проблематично, поэтому нужны свои кадры. Так как обучить взрослых нереально, надо с детства взращивать местных профессионалов. Чтобы стать профессиональным артистом балета, нужно начинать заниматься с 11 лет, потому что потом закостеневшие мышцы и связки уже невозможно размять. За процессом обучения во Владивостокском филиале Академии следят преподаватели из Петербурга. К слову, уже 19 ноября юные танцоры вновь выйдут на приморскую сцену Мариинки. Ирина Мокрицова, Марина Смирнова, Андрей Макаров. Новости на 8.